В новом учебном году в столице стартует образовательная программа для школьников, студентов и взрослых «Университетские субботы». Эта новая форма интеллектуального досуга для всей семьи должна способствовать усвоению учебных предметов. Университетские субботы будут проводить ведущие преподаватели московских вузов в форме лекций, деловых игр, семинаров, научно-ознакомительных экскурсий. Внимание будет уделяться дисциплинам естественно-научного цикла – физики, астрономии, биофизики, химии, математики, биологии, географии и информатики.